Профессиональный праздник с размахом. В преддверии Дня химика студенты профильного вуза вышли на улицу, чтобы хорошенько повеселиться. Площадка у главного корпуса ИГХТУ на несколько часов превратилась в импровизированную сцену. Организаторы приготовили для студентов больше 10 конкурсов и творческих номеров. Для меня День химика – это в первую очередь профессиональный праздник. Хотя в нашем университете он объединяет не только химиков, но и экономистов, механиков и гуманитарный факультет. Что для меня этот праздник лично, наверное, это веселье. Веселье, много номеров и очень ярких номеров. Не только от российских студентов, но и от иностранных. Один из конкурсов – мини-эстафета. Задача – перенести в рюкзаке набор вещей. Побеждает та команда, которая сделала это быстрее остальных. Другой оригинальный конкурс – надеть противогаз и собрать на нем как можно больше поцелуев. Прекрасная половина химтеха оставила на юношах немало губной помады. Хорошая погода, замечательное настроение и веселые конкурсы – залог удачного праздника. День химика – это традиционный для нашего университета праздник. И, пожалуй, ни один другой профессиональный праздник не отмечается так широко в нашем городе, как этот. Это день, когда студенты, преподаватели могут ненадолго забыть о своих профессиональных и учебных обязанностях и просто расслабиться в хорошей, интересной, дружеской обстановке и атмосфере. Для многих химтех это не только альма-матер, но и большая профессиональная семья. На День химика приходят студенты и выпускники, даже давно закончившие вуз. Отличный повод повидать педагогов и просто здорово провести время. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.